Всем привет! Только что пошел в магазин, но купил всякого. Сейчас покажу, что накупил. Так, только без спойлеров надо, Так, во-первых, Белс. Купил. Так, во-вторых, Белс купил. Так, в-третьих, Белс купил. Так, в-четвертых, Белс купил. Так, в-пятерых, Белс купил. Так, в-шестерых, а вот тут я вас наебал, да? Понятно, да? Вы ждали, что я алкаш, да, блядь, какой-то? А я что купил? Я мяч футбольный купил, блядь, понятно? Спортом буду заниматься, блядь. Спортом. Вот так вот. Хопа, хоп, хоп, хопа! Хопа! Да! Спорт! Хо! Спорт, спорт! Футбол, футбол! Какой, Мамаев! Хопа, блядь! Пауэр кик! Йоу, жонглёрство! Жога бонита! О, да, блядь! Спорт! Спорт, блядь! Спорт! Где мячик-то? Сейчас. Где мячик? Эй! Так, где мячик? Во, мячик. Никуда себе. Вот так, блядь. Ой! Дриблинг. Смотрите, смотрите, что еще могу, смотрите. Хоп-хоп. Хоп. Как это? Криштиану Роналду. Хопа. 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 Уху. Уху. Хопа. Опа. Это. Аритмия, да? Как он. Блять, да. Вот так. Хоп. Опа. 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 И на, блядь, да? Удар. Какой удар, блядь? Спорт. Я за спорт, блядь. И вам тоже, кстати, советую. Мы русские. Мы любим спорт. Блядь, спорт. Футбол это просто наше. Футбол это в крови у русских. Самое, что ни на есть. Самая футбольная нация, Россия. На то я не обрезан, потому что я русский. Потому что я люблю футбол. Футбол, обожаю футбол. Вот так вот. Пам-пам.